Вообще профессия такая исчезающая, потому что передается из рук в руки непосредственно, то есть мастер берет себе учеников, обучает, и уже, соответственно, они становятся стеклодувами впоследствии. В России не очень много стеклодувов, в основном они аппаратчики, то есть, ну, на производстве. Мы берем образец и по нему начинаем рисовать. Но в данном случае сначала наносим основные элементы: домик, оленей, затем снег, елки. И там уже более мелкие детали: снеговик, Дед Мороз на санках, разживка. И уже в конечном, на конечном этапе будем листить. В этом году в тренде игрушки с собаками и футбольные мячи в связи с чемпионатом мира по футболу, проходящим непосредственно в нашем городе Нижний Новгород. Игрушки на этой елке были вкусные. Это были золотые и серебряные орешки, пряники. Потом это все съедалось, елка оставалась пустой. Вот для этого существует такая профессия, как стеклодув. То есть игрушки стали выдувать, наподобие орешков, конфет и пряников расписывать. И тогда елка стояла нарядной и красивой в течение долгого времени. В годы советской власти, в годы становления, когда елка отвергалась, были плакаты с перечеркнутой елкой, игрушки все уничтожились. И вот в 1936 году во многих городах Советского Союза стихийно стали создавать артели по производству елочных игрушек. Спускались документы, как должна выглядеть игрушка. В первую очередь это был символ Красной Звезды. Во вторую отражалось все, что происходило в советское время.